Мы также попробуем слепить и нарисовать Иосифа Сталина. Только не такого, как его рисуют на федеральных каналах, а настоящего. Такого, каким он был на самом деле. Отче наш, сущий на небесах. Итак, по всей видимости, украинские пропагандисты решили позаимствовать довольно эффективный способ пропаганды у гитлеровской Германии – создание пропагандистских фильмов в свою пользу. В прошлой программе мы рассказывали о военных преступлениях и репрессиях генерализма. К этому остается добавить только то, что они вполне по вкусу современного руководства РФ. Чтобы мы не говорили по поводу жертв, фу, не спрогай войны, отечественные мы победили. Как это по-кремлёвски? Неважный ход событий, важный результат. Сколько бы жертв не было, но мы победили. Но именно эта страна победила. Вот этот ужасный Советский Союз. Здесь придираться к тому, что потери СССР в войне были больше, чем у Германии. На самом деле, если не брать в счет военнопленных, которые были убиты из-за неожиданного нападения Германии, то СССР потерял меньше солдат, чем Германия. Победил. Еще один миф о великом Сталине никак не испарится из умов россиян. О Сталине-строителе. Вы едите, пьете, ездите и живете на том, что сделано под руководством Сталина. Он был хороший менеджер, так сказать. Давайте же оценим его менеджерские таланты. Тут претензия к тому, что индустриализацию в СССР строили американцы. Только вот ученые, переехавшие строить индустрию, почему-то сбежали из процветающей Америки. Потому что там была Великая депрессия, и все ученые США переехали в СССР в поисках работы. Им бесплатно предоставляли жилье и платили большие деньги. Так что никакой добровольной помощи Америке СССР не было. Однако главным источником валютных поступлений был экспорт зерна. Верно. Экспорт зерна. А откуда брался этот экспорт? Тут претензия к голоду в Украине, который разобрали уже тысячи раз. Да, у крестьян отбирали зерно насильно. Да, морили голодом. Только все это произошло из-за золотой блокады, устроившей западные империалисты. И у советской власти не оставалось выбора. Либо умрет около 2 миллионов человек от голода, либо 200 миллионов станут рабами нацистов и будут истреблены. Выбор был очевиден. Но не менее распространенный миф об аскетизме Сталина. Которому было абсолютно наплевать на свои личные интересы, личные богатства, личные удобства. Он проходил всю жизнь в кирзовых сапогах и в шинели, так его и закопали в кирзовых сапогах и в шинели. Легенда о зашитом кителе и всего лишь двух парах сапог в его гардеробе даже тогда воспринималась с удивлением. Сталин действительно в одном кителе пробыл где-то лет 10, и ему зашивали этот китель. Это был скромнейший человек. Ну что же, давайте посмотрим на этого скромняшку в затертой маршальской фуражке, который не мог себе позволить новый китель. Здесь уже полный бред про богатство Сталина. Доказательство богатств Сталина – это отрывки из фильмов, которые ничего общего с реальностью не имеют, и лживые, неподтвержденные цитаты. Ну да, зачем в документах рыться? Ведь школьный недозрелый мозг и так схавает. В лагеря сажали за преступления, и не было никаких лозунгов «Жена – враг народа». Зарплаты были высокие и с каждым годом повышались. И заканчивается эта часть фашистом, который перекрасил себя под ветерана. А напоследок хочу сказать, что вместо того, чтобы тратить деньги на фашистскую пропаганду,
Лучше бы раздали бы эти деньги реально голодающим, бедным пенсионерам.